и первое знакомство, да? Ну ладно, никто не агрессирует ни на кого. Нет, нет. В порядке. Но Лиза смотрит за этими передвижениями. Скажи, я таких еще не видела. Коты, скажи, были. Собак знаю. Ты посмотри. Нормально? Ага. Почуял другой запах сразу. Фух. Ничего, не просто другой запах, извините. А обезьян. Даже вот такое маленькое. И то понимает, что хищник рядом. Молодец. Главное, что Лиза спокойна. Лизочка, молодец, молодец. Потому что тут, Лиза, тут надо жить очень дружно в коллективе. Ну, уникальная кошка, конечно. Первый раз видит этих обезьян. Хотя она вообще первый раз в доме. Но первый раз видит людей, как бы, ну, она нас видела в своей жизни, но это другая история. Первый раз видит обезьян, на сух приняла, первый раз их вообще видит. Что-то накормила. Живет в зоопарке. Нам не пришлось даже обычно. Маня, Мань, не твои дети, Маня. Еще раз говорю. Маня. Мань. Степа. Сейчас кто-то из вас да, получит колокольчик. От Лизы. Лиза отвернулась, чтобы не видеть этого. Вы глаза б мои, скажи, не видели. Безобразие, да, Лизуня? Да. Нет, это нас ушатом свезло. Не знаю, как сказать, сушата. Сушата. Но котятам тоже свезло. Да котятам, ты скажи. Они вытащили свой... Ну, только то, что они в тепле теперь дома. Свой билет. На усиленном питании. Ага. Так, не берем. Стёп. Укрывает, укрывает. Нет, это же его подстилка, он знает. Теперь не его. Уже не твоя, Стёп. Стёпочка, уже все. Запах новый. Мне так нравится, как нас сушат котята обнимают. Молодцы все. Друзья, на таком видео нужно обязательно подписаться, если вы еще не подписались. То ли еще будет, ой-ой-ой. Это да, весна пришла. Что вы носом землю роете? Сейчас, скажи, начнется то насушата, то ежата, то котята, то мышата. Степа! Как у маршака. Смотри, а Маня так вот, она, ты понимаешь, и вот и лезет, и лезет, и лезет. Скажи, я просто помочь, скажи. Я просто, скажи, по рассказам, Люська мне рассказывала, что она помогала смотреть шанельки котят. Алло. Скажи, я теперь хочу помогать Лизе. Шанелька, скажи, вытащила свой счастливый билет, как и Марсель. Кто-то, скажи, забрал. Их всех, скажи, и котят, и больших котов тоже такие непопулярные были. Маня. Тулица и тулица, тулица и тулица. И погладь Лизу, погладь. Маня, ты поняла? Иди ко мне. Ты уже, понимаешь, ты наглеешь. Наглеешь, говорю. Нет, не твои дети. Не твои. Это Лизины дети. И не надо тулиться. Люська тоже участвовала в жизни Шанель котят. Но позже. Да. Так, 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 так. Кормим, кормим. Давайте кормим. Кормим. Этих. Кормим. Ищем, ищем. Кормим.
Котята пробьются. Маня, тихо. Маня. Тихо. Тихо будь. Ты видишь, что там? Борьба за жизнь идет. Маня, я сказала, не лезь. Маня. Маня, там не раздают молоко. Иди гуляй. Нет, кошка уникальная. Молодец. Моя мышка. Мань, убери носопыку. Надо это самое. Нормально, я от счастья заикаться начала. То ты, то я. Подмести, чтобы они не ели засыпку. Лиза, не обращай внимания. Тебе придется жить с этими гамадрилами. Но они скоро идут в вольер, Лиза. Это пока холодно. Надо потерпеть дня 3. Потом будет спокойно. Да, Степ? Хорошо, что у нас осталось. Поедем или возьмем для туалета еще засыпку. Что? Я говорю, Лизе, потерпеть дня 3 надо. Да. Потом гамадрилы пойдут в вольер. И все будет спокойно. Попугаи тоже пойдут в вольер. И будет тишина. Да, свято место пусто не бывает. Маня, не лезь. Маня. Степка на голове. Степка на голове прическу делает мне. Маня такая, я тут просто мимо, можно, я просто, скажи, проходила. Я просто, скажи, посижу с краешку. Получил фашист гранату? Ну, у нее, конечно, да. Да, правильно. Моментально. Понял? Только так и не иначе, понимаешь? Да, вот так опыт, да, вот так. Да, все сразу, да? Все сразу угомонились. Молодец, молодец. Хорошая мама. Ты поняла? На Степкином примере. Все? Никто больше не лезет? Это меня радует несказанно. Опыт, сын ошибок трудных. Все. Степа, больно. А Лиза молодец. Да. Лиза молодец. Лиза деток своих защитила и показала границы. Что не надо переходить черту дозволенного. В новом доме. Что? А что ты мне теперь жалуешься? А ты что вообще думал, когда вот это вот винты ушами устраивал? Бега по параллели. Не надо мне теперь жаловаться. Туда в домик? Можно, да. Ну, ей, мне кажется, тут так хорошо.
Ну, она все равно куда-то вот. Не знаю, будем за ней сегодня наблюдать. Мы посмотрим. Ну, эти могут быть на полу. А мы сейчас все обложим. Сейчас гамадрилу в вольер. Вокруг все обложим, чтобы не упали. У нас же сегодня вот целый день, да. И мы будем наблюдать все вот эти мягкие, положим на полу.